27 марта. По благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра состоится интернет-карусель «Святые Древней Руси» страстотерпцы Борис и Глеб. Организатор мероприятия – комиссия по просветительскому служению Астанайской епархии. Участниками викторины станут сборные воскресных школ, молодежных клубов и светских учреждений образования и культуры из Казахстана, стран СНГ и Евросоюза. Интернет-карусель – командное интеллектуальное соревнование по различным предметам в режиме онлайн. При помощи интернета участникам предлагаются определенные задания, на которые необходимо дать верный ответ, сохраняя строгую последовательность действий. Регистрация участников открыта на официальном сайте международной викторины «Православная интернет-карусель». Там же размещены правила интернет-викторины и подробная информация о мероприятии.